для вас всегда открыт. Здесь у меня столовая. Вся мебель в ней дубовая. Вот это стул, на нем сидят. Вот это стол, за ним едят. Всем известны эти строки из детской сказки Самуила Яковлевича Маршака «Кошкин дом». Если смотреть глоссарии, словари, то мебель – это французское слово «подвижный». То есть это предметы быта, удовлетворяющие нужды человека в быту. То есть сидеть, лежать, принимать пищу, делать занятия, там, читать книги, складывать вещи какие-то, хранить вещи, переносные там, сундуки. Это, ну, это мебель подвижный, предмет быта. В петровскую эпоху западноевропейская культура медленно, но неуклонно вторглась в русский быт. Привычные лавки уступили место стулья. Стул сначала не был столь обыденным предметом мебели. Он служил троном. На него даже царь садился лишь в особых случаях. Более того, стул носили с собой, ведь его наличие или отсутствие наглядно демонстрировало, кто есть кто. Постепенно в дома пришли кресла, диваны, банкетки и разнообразные столы. Придиванные, обеденные, письменные, ламберные, бильярдные, туалетные. Мебель, предметы, сделанные руками крепостных крестьян, и вообще предметы, сделанные в России, они характерны тем, что они многофункциональные. Мебель такая объемная, громоздкая, и, как правило, выполняет не одну функцию, просто шкафчика или просто стола. И мы можем увидеть, например, секретер из красного дерева. Посмотрите, это яркий представитель усадебной мебели, сделанный в России. Секретер, вообще слово, само подразумевает, что должен быть какой-нибудь секретик. Да и вещи, сделанные 150-200 лет назад, как правило, мастера всегда старались заложить какие-нибудь секретики, где вы могли сохранить дорогие для вас вещи. И это не обязательно золото или деньги. Вещи, которые дороги для вас. Это могут быть даже просто письма. Конечно, первые образцы мебели привозили из Европы. Но очень скоро в Россию хлынул поток мастеров, которые не только сами делали мебель, но и обучали русских умельцев. Дерево – хорошо знакомый материал для русского мастерового. Очень быстро и у нас появились свои мебельщики, краснодеревщики. Для изготовления мебели они использовали древесину местного происхождения. Мебель используется в основном, практически любая порода древесины используется, но так как мы знаем, что ствол дерева состоит из каких-то составляющих, таких как вершинный отруб, который используется в лесотехнической промышленности, срединный отруб, который используется в столярной и строительной промышленности, а есть нижний камлевой, который используется в мебели для отделки судов, кают, автомобилей, самолетов, мебели, музыкальных инструментов. То есть это более качественная древесина, раз, она определяется определенного вида среза, два, и так как древесина, ну, живой материал, естественно, она должна быть хорошо просушена, и определенное время вырубки леса для той иной заготовки. Сосна, тополь, орех, груша. И, конечно, одним из самых популярных материалов была волнистая береза. У нас в музее есть еще секретер из волнистой березы. Волнистая береза – это береза нашей средней полосы, среди которой мы живем. И растет она среди нас. И, может быть, даже мы под ней загораем и собираем грибы. Но нужно узнать именно ее. И узнают эту березу именно специалисты. То есть от простой березы, конечно, ее нужно отличить. Посмотрите, на шпоне, то есть на срезе, она очень красивая, как будто бы волнами шпон. Вообще в нашем регионе, в России, березы очень много видов, как и всех остальных деревьев. Допустим, есть даурская береза, есть повислые березы, кучерявые, пушистые, карельские березы, бородавчатые березы, там, береза Шмидта или железные березы, да, там, которые плотность ее составляет больше, чем плотность чугуна, то есть пуля отскакивает от нее. Но она низкорослое дерево, растет там, в районах Сахалина, Дальнего Востока, который, то есть, применения такого-то широкого не имеет. Вот. А волнистая береза, то есть это так называемый порог древесины, который не влияет на физико-механические свойства, но зато внешне он выигрывает, потому что внутри деревяшка так называется муаровый рисунок, переливчатый, то есть это как сатин или как шелк
переливается. Да, такая деревяшка декоративна, очень красиво. Особенность нашей страны – суровый климат. Жилые помещения, обогреваемые печью, делали небольшими. А жили в них, как правило, несколько поколений одной семьи. Поэтому мебель была многофункциональной. Со временем она видоизменялась, то упрощаясь, то усложняясь, в зависимости от тенденций моды. Появились стул без спинки, табурет или пуф. И без спинки же, но с подушками, диван-софа. Секретеры, серванты, комоды и... Шкафчик-монашка. Этот шкафчик тоже яркий представитель усадебной мебели. Посмотрите, какой он многофункциональный. Тоже есть ящички, куда вы можете убрать вещи. Есть много маленьких ящичков, где можно хранить разные вещи. Есть столешница, которую можем выдвинуть и писать, и заниматься, там, и рисовать, чем вы хотите, как за письменным столом. Почему монашка? Почему монашка? Раньше у монахов узкие длинные кельи, и где стояли лавки, где они спали. И рядом ничего поставить было невозможно, потому что вот такие узкие были кельи. И вот такого плана шкафчики ставили вдоль лавок, многофункциональные. То есть этот шкафчик монашка заменял и гардероб, и письменный стол, ну и вообще даже, можно сказать, и книжный шкафчик, как хотите. Шло время. Появлялись новые стили в архитектуре и дизайне интерьера. И каждый из них либо изменял уже существующие элементы мебели, либо создавал нечто совершенно новое. Барокко принес канапе и шезлон. Рококо с его любовью к зеркалам, трюмо и стол для туалета с трехстворчатым зеркалом, трильяж. Модерн придумал кресло без подлокотников и со спинкой в виде половинки раковины. Ну, это надо знать, это, допустим, в самом вопросе уже есть ответ, это конструирование, то есть человек, который изготавливает тот или иной предмет, он должен быть изначально конструктором, то есть зная антропометрические данные человека. Если мы говорим о стуле, то можно взять среднеарифметически, высчитать, то есть уровень подколенного угла, то есть это от пола до подколенки, да, и мы определим высоту того или иного предмета. Вот. Но на самом деле мебель бывает щитовая, брускает рамочная, бывает самая брусковая конструкция и так далее. То есть вот от, грубо говоря, вот из знания этого алфавита мы можем выстроить любой предмет. Помимо архитектурных стилей, мебель очень зависела и от страны, где она создавалась. Во Франции изящная и декоративная. В Германии прочная, с обильным скульптурным декором, демонстрирующая достаток хозяина. В Скандинавии удобная и функциональная. А англичане даже создали собственный кабинетный стиль благодаря мастеру Томасу Чиппендейлу, давшему имя этому стилю. Рациональность форм такой мебели из благородного дерева сочетались с искусным и тонким декором. Сейчас, так же, как и раньше, и 150, и 200 лет назад тоже был шпон. Что такое шпон? Вы все знаете, что карандаши и тетрадки делают из дерева. Шпон – это тонко нарезанное дерево, как листочки бумажные. И предмет делают из недорогой породы дерева, как правило, стул или кресло или стол. Это береза, сосна, а обклеивают шпоном дорогой породы дерева. И раньше тоже так же обклеивали шпоном, только шпон был намного толще. А сейчас шпон такой тоненький, что он иногда доходит до толщины фольги. Консоль, жардиньерка. Эти слова уже нам не знакомы. В 20 веке бурно развивается химия, а появление новых синтетических материалов и пластмассы изменило мебельную индустрию. Минимализм 60-х годов создает пластмассовые тонконогие столы и стулья, пластиковые светильники-конусы. Производство мебели из штучного стало поточным. Вместо дерева мастера стали использовать разнообразные заменители. Одинаковые стенки и мягкая мебель с похожей обивкой надолго обосновались в столь же одинаковых типовых квартирах. Сегодняшнее время все расставило по своим местам. Создание мебели снова стало искусством. В Москве открылся единственный музей мебели при реставрационной мастерской
где собраны лучшие образцы деревянной мебели разных эпох. Мастера готовы создать любую мебель, авторскую и изысканную, как произведение искусства из дерева, или вылечить больного, то есть подарить старой или сломанной мебели вторую жизнь. А ту, которую мы, мебель делаем мы, то есть это мебель... Ну, высшей категории, так есть определение, где используется только чистое дерево, животные клеи, это рыбий клей из осетровых, это костные клеи, миндровые клеи, это вот сейчас последнее новшество последних 100-200 лет, это кролячий клей, вот, который заменяет рыбий, то есть, вот. И отделочные материалы, которыми мы тоже сами изготавливаем, это шелачные политуры, восковые политуры, масляные лаки, покрытие. Дерево становится теплым при обработке ручным инструментом и природными материалами. Но вы знаете, есть вещи, это уже зависит просто от внутреннего состояния человека, потому что есть вещи, которые имеют какую-то историю. И просто даже интересно сесть на нее и уже не заранее, не думая ни о чем заранее, когда вы садитесь и вы знаете, что это кресло имеет какую-то историю, у вас... проявляются какие-то чувства, наверное. Даже в первую очередь интерес, восторг. Вот это стул, на нем сидят. Вот это стул, его едят. Вы ошибаетесь, друзья, совсем не то сказала я. Зачем вам стулья наши есть? На них вы можете присесть. Хоть мебель несъедобна, сидеть на ней удобно.